ездят, даже не знают, кто это. Но YouTube знает и Google знает все. И мы почему знаем, кто ездит на Майбахе ММР-375 вместе с охраной. А неужели сейчас его будут... О, вот это удача! Сейчас наверняка будут этого товарища у нас брать в плен, потому что ездит он по разбитой полосе незаконно. Прекрасно. Инспектор начинает работать. И, знаете, вот у меня прям чувство экстаза, когда я вижу сотрудника полиции, который на Кутузовском работает, занимается своими непосредственными обязанностями, я просто в полном восторге. Майбах у нас с Гелендвагеном временно, но отъездились. И сейчас они будут у нас, ну, уже отдали документы, и сейчас их будут, ну, как минимум, наверное, пробивать.